Восьмилетняя София Яркова увлеченно слушает лекцию о жизненном пути великого русского пейзажиста Исаака Левитана. Встреча в 21-м лицее проходила в рамках проекта «Химки. Успех в единстве поколений». На ней присутствовали школьники и члены клуба «Активное долголетие», а также депутаты. Наш проект, он объединяет все сферы нашей жизни, он объединяет в себе всех выдающихся людей, которые на протяжении своей жизни, своими достижениями, своими талантами, своим гением прославляли нашу страну. Маленькую Софию с живописцем Исааком Левитаном объединяет любовь к искусству. Так, несмотря на свой юный возраст, она уже является многократным призером всероссийских конкурсов рисования. Исова заняла 3/3 места по всероссийскому конкурсу рисунка. Да, вот мы участвовали еще в международном конкурсе особого творчества. А еще София занимается спортом. И подарок, который приготовили для нее депутаты Химок, оказался очень кстати. Спортивный костюм, обувь и рюкзак. Черный костюм. Да, что это такое? Да. Это спортивный костюм для танцев, да? Маленькая София не единственная, кому вручили подарок от депутатов к школе. Будущей первокласснице Есении вручил рюкзак муниципальный депутат Владислав Мирзонов. Программа губернатора «Собери ребенка в школу» позволила нам сегодня отправить и подготовить к школе замечательную девочку Есению, которая и жаждет учиться, и учится еще, поступила в музыкальную школу на класс скрипки. Всего обладателями рюкзаков с подарками стали несколько десятков школьников из семей, которые нуждаются в поддержке. Андрей Панченко, Вильфред Демковский, новости Химки ТВ.